Яркие костюмы, броский макияж и уверенный взгляд. Участницы группы For You называют себя не иначе, как королевами сцены, потому выступают под композицию одного из самых популярных южнокорейских гёрлс-бендов Blackpink. Говорят, похожи на его солисток по темпераменту. Для девушек это не просто танец, а настоящий мини-спектакль. У каждой свой образ, но всех объединяет интерес к направлению кей-поп. Многие артисты кей-поп вдохновляют еще подростков на какие-то действия, то есть как-то совершенствовать себя, чему-то учиться. Многие начинают учить корейский язык, увлекаться этой культурой, а также танцевать. То есть танцы – это вообще, наверное, основополагающая сила кей-попа. С первыми нотами они забывают о каком-либо стеснении. Уверены, раскрепоститься помогает любимая песня. Как и другим участникам отборочного тура Международного фестиваля южнокорейской музыки, за право представить нашу страну в следующем этапе поборолись около 20 коллективов со всей Беларуси. Кто знает, может, перед нами будущее мировые звезды. Ведь с каждым днем армия поклонников кей-попа растет. Это важно, потому что интерес к корейским песням и танцам выходит далеко за рамки культуры. Это интерес к стране, языку, традициям и людям. Когда смотришь на эти яркие и эмоциональные выступления, кажется, что ты находишься в Сеуле, а не в Минске. Одна из команд участниц фестиваля уже выступала в эфире популярного корейского телешоу и произвела настоящий фурор. И мы надеемся, что в этом году белорусский коллектив также достойно представит страну в городе Чханбон. В отдельной номинации свое прочтение песен в стиле кей-поп продемонстрировали и вокалисты. Кстати, вполне возможно, мастерство белорусских групп уже оценили их кумиры. Ведь фестиваль приехали освещать сотрудники корейского телеканала KBS. Сказать, что журналисты остались приятно удивлены количеством почитателей кей-попа в нашей стране, значит промолчать. Корейцам очень интересно наблюдать за иностранными фанатами нашей культуры. Сами артисты смогут узнать о поддержке поклонников, будут еще больше стараться и, возможно, посетят Беларусь. Уровень выступлений команд, на мой взгляд, настолько высок, что выбрать одного победителя будет очень сложно. Корейские телезрители увидят целую серию репортажей о Беларуси, так что культурный взаимообмен состоялся. А танец стал для этого своеобразным музыкальным мостом. Екатерина Кардаш, Игорь Хвиченя, Михаил Василевич. Наше утро.